Тяжело терять мирное время в мирной стране людей, которые погибают за страну, которые погибают за наше будущее, за стабильность, за уверенность в сегодняшнем дне. Но я хочу в этот тяжелый день сказать, что те, которые пытаются навязать, развязать войну различными способами, террористическими, экстремистскими, каждому будет дана оценка, каждый получит по заслугам. Я не пугаю, я просто говорю о том, что так должно быть. Подлость, преступность должна быть наказана. А сегодня мы скорбим вместе с семьей, вместе со всеми людьми. Это чувство не просто одного из государственных руководителей. Это чувство женщины, это чувство матери. Это чувство всех матерей нашей страны. Потому что пережить это невозможно. Хоронить ребенка – это самое страшное, что может быть. Этот молодой человек только вступил в жизнь, но он был истинным героем нашей страны. Он патриот нашей страны. Он делал все для того, чтобы защитить мир и спокойствие в наших семьях, в нашей стране. И поэтому, конечно, мы скорбим. Мы скорбим вместе с родными и близкими. Мы скорбим всей страной, потому что мы не имеем права терять таких молодых людей, которые защищают нашу страну. И мы должны сделать все, чтобы мир и спокойствие сохранить в нашей стране. Мы должны вместе объединиться, все люди доброй воли, потому что мы недавно отмечали юбилей Победы. Тогда, когда люди страдали, когда люди погибали, они об одном мечтали, чтобы было мирное небо, чтобы было спокойствие. Сегодня оно у нас есть. Мир, спокойствие. Почему мы теряем людей? Мы не имеем права допустить. Мы должны все вместе сказать этому «нет». Надо сделать все, все от нас зависящее, от каждого жителя нашей страны, чтобы не допустить этого. А такими молодыми людьми мы гордимся. Это хорошее поколение, это поколение патриотов, это поколение тех людей, которые любят свою страну, любят свой народ. Низкий поклон родителям, которые воспитали и вырастили такого замечательного патриота своей страны. И, конечно, вечная память о нем сохранится навсегда в наших сердцах.